Диана. А, на всякий случай я у вас прошу, мы снимаем, вы не против. И если вы против, скажите, мы вдвоем будете разговаривать? Да. Ну, хорошо, тройничок такой, да? Это мой единственный тройничок, который я могу себе позволить. Недавно был, участвовал в тройничке, да, и как? Ну, нормально, поговорили вообще-то, обсудили. Итак, милые, как вас зовут, у кого микрофон? Диана. Диана. А я Настя. А вы Настя. Хорошо, Диана, Настя, какую пользу? Вы молодые девушки, вы какую пользу приносите обществу? Кроме своей красоты. Кроме тройничков, да? Да. Ну, если вы такие, тройничок, это наша миссия. Очень много мужчин мечтают и остаются... И остаются грустными, потому что их мечты не реализуются. Но есть мы, тройничок. И там такой треугольник в кружке, и цифра 3. Там розетка, о, тройничок. А, тройник. Такая, а они вот так, тройничок. Вот так, извините. И звук с математикой тоже плохо. Монет еще сверху. Тройничок спешит на помощь. Итак. Инстаграм. Да, просто Инстаграм. Это будет самый короткий выпуск. Где мы просто вас отметим. Итак, Диана и Настя, правильно? Да. Диана, Настя, скажите, пожалуйста, вы, наверное, учитесь? Мы уже закончили. Вы уже закончили? Потрясающе. Как вы так сохранились? Что вы делаете? Мы сами в шоке. Мы МГИМО заканчивали. Замечательно. Удивительно. Место. Потрясающе. Вы закончили МГИМО? Разговариваете на чеченском? Ну, почти. На французском. У вас было французское отделение? Да. Да? Настя, у вас тоже было французское? Мы одногруппницы. Ви. Айбьян. Соответственно, вы кто, дипломаты? Мы журналисты. Вы журналисты. Если что, вас отправят во Францию, вы будете представлять во Франции нашу журналистику, будете оттуда вещать на Russian Today, например. 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 Сейчас вы где-то работаете? Да. Где работаете? Я журналист в российской газете, а Настя? Я в МГИМО работаю. А вы работаете в МГИМО? Недалеко ушла. Слушайте, ну приятно вообще у меня аудитория, да? Нехило, конечно. Итак. Но я хотела о другом рассказать. Давайте. Как, вас как пытались убить? Все гораздо позитивнее. Гораздо позитивнее? Да. Куда же еще больше? Я на прошлой неделе наконец-то начала заниматься тем, чем хотела всегда. Я завела свой кулинарный блог. Вы молодец. Да. Молодец. Кулинарный блог у вас? Да, вот так я приношу пользу обществу. Я делаю видео с короткими простыми рецептами для людей, которым влом готовить. Вы же знаете, что люди, которым влом готовить, не готовят. Да. Поэтому и есть известный мем, который называется «О, еще один рецепт, который я сохраню, но никогда не буду использовать». Ой, вы даже не представляете, сколько у меня сырников во вкладках. О, там... Есть рецепты, которые настолько простые, на уровне идешь в магаз, покупаешь сырники и разогреваешь. Я такой, нет. Нет, только если они поставятся вот так вот внезапно. Кстати говоря, я очень ценю женщин, которые умеют готовить. Моя умеет готовить сырники, и она, ну, прикольно, что она качается. Это же тоже навык, готовка, да? И я помню, у нее сначала были сырники такие, знаете, как CD-диски, вот такие вот. Просто, думаешь, это блины, родная, это блины, это не сырники. Она прокачалась, она даже ходила в кофеманию, там были курсы по готовке, потому что ей там понравились сырники. Вот. И она ходила, она изучила и сказала, ни хера не получится, у них специальный творог, какой-то специальный для них. Я говорю, ну выгради творог-то, просто вынеси творог, ты чё? Она говорит, ну это невозможно, там все под учетом. В итоге она научилась, у нее сырники просто потрясающие. Она еще капучино научилась делать. Вообще золотой человек. Ребят, я поехал, вы знаете. Ну, сука... Сука, к хорошему так быстро привыкаешь. Она сырники недавно сделала, и сгущенки нет. Поставила, я говорю, а где сгущенка? Я вот так говорю, а сгущенка где? Она говорит, ну, она сказала так, что у меня больше не было вопросов, где сгущенка. Там было и в рифму вообще. В целом.
Итак, вы где этот кулинарный блог? Что мы должны здесь написать, отметить? Инстаграм или ТикТок. Инстаграм. Инстаграм. Начнем с Инстаграм. По порядку. Диана, нижний пробел, Дел Скер. Вот как слышится, так. Готовка, пишет. Нижнее подчеркивание, 86. Я вас уверяю. Хорошо, вы готовите ваше фирменное блюдо? Вок с креветками за 20 минут. Вок с креветками за 20 минут. Скажите, пожалуйста, вок с креветками. У вас есть молодой человек? Да. Потрясающе. Готовите ему вок с креветками? Это из-за него я научилась его делать. Почему вы из-за него? Ну, он сказал, я люблю вок с креветками, ну, а я, как ваша жена, буду готовить. Ну, потрясающе. Мы же не знаем, что это так работало. Если бы я знал, я бы сказал, я люблю оральный... Это работает только с тем, что наименее энергозатратно и по времени не так долго занимает. Ну да, вряд ли ты ей скажешь, короче, люблю вот поросенка с яблоком. Она такая, я рад за тебя. Именно. Что ты любишь поросенка с яблоком. Замечательно. Сколько у вас подписчиков? Я начала на прошлой неделе. Вы начали на прошлой неделе. Хорошо. Сколько у вас подписчиков? 290. 290. Ну, замечательно. 290 человек такие. Да ладно вам, это мои друзья. Не переживайте, там не все поаплодировали, там в конце зала такие. Не будем тратить меня, на это энергию. Вопрос к вам. Так, вопрос ко мне теперь. Я хорошо. Я посмотрела все ваши видео. Вот с таких концертов, где вы с людьми разговариваете. Мне просто готовить так, надо. Так, я волнуюсь. И что? Я когда готовлю, мне надо что-то такое на фон включить. Да, я, кстати, говорю... Спасибо. Вы этот человек. Мне писали, обожаю Виктора. Вот когда, знаете, вот так что-то где-то шумит. Потрясающе. Вообще где-то, знаете, вот когда вот прям вообще, особенно когда вообще нечего нормального посмотреть. Вот Виктора включаешь, и вообще, особенно, знаете, вот когда еще не смотришь, и вообще звук на минимум, обожаю вообще Виктора, вообще потрясающе. Так вот, в каком-то видео вы жаловались, что не знаете, как поднять количество подписчиков с 93 тысяч и что-то там 800. Угу. У меня вопрос, вы нашли способ поднять? Нет, я не нашел способ, как поднять количество подписчиков, именно поэтому мы до сих пор здесь. Моя тактика через живые выступления рассказывать людям, что можно подписаться. И я вот так вот. Мне осталось всего лишь 1008 выступлений. И я наберу 95 тысяч подписчиков. Диана. Я. Значит, мечта. Какая у вас мечта? Хочу быть позитивно популярной. Ну, удачи тебе! Не, реально, да. Но вы знаете, что это только ваш фетиш, если что, нас это бесит. Всем привет! Сегодня не, не, да не. Пошла ты в сраку! Не-не-не-не-не! Добрый день! Вы не поняли. Позитивно популярный — это в смысле не популярный за всякие лажовые видео, всякие плохие вещи, а за хорошие вещи. А, типа законно популярный, заслуженно популярный? Да. Все, выходите. А кого? Чтобы про меня говорили, нормальный человек. Хороший. Нормальный человек. А сейчас про вас как говорят? Ну, Диана. Что с этим кулинарным блогом? А у вас есть неудачные дубли? Почему в кулинарных вот этих видео нет вот этих неудачных дублей? Когда он все приготовил, потом вот так вот пробует, такой... не делайте так. Значит, будете популярны, да? Но вы знаете, к вам уже будет... Вы хотите быть популярной? Вам это надо, вы уверены? Не самый, ну, там вообще, есть на самом деле, самую большую пользу обществу принести, быть полезной. Быть полезной, ну... Да. Ну и чтобы меня за это очень много людей любили. Да, но вы же знаете, вы многим людям не сможете быть полезными. Тут бы и одному человеку быть полезным. Вот я, например, не всегда даже жене могу быть полезным. Вы знаете, вот там, когда она вот это вот у кухни, и она вот это перемещается, и ты играешь в игру, где ты можешь встроиться и что-то взять. Вот так вот. Настя, вы в МГИМО что делаете? Я менеджер по связи с общественностью. Вы менеджер по менеджеру? Да. По связям с общественностью? Да. Что это значит? Вы выходите такие, общественность! Я здесь! Что вы, если кто-то обращается в МГИМО, вы...
А? Я новости пишу и публикую про наш универ. Про ваш универ? Да. Да. Кто-то последний что-то слышал? Так, ну это, короче, для внутреннего пользования вы пишете новости, правильно? У нас есть сайт, у нас есть Инстаграм, Телеграм, Фейсбук, ВКонтакт. Куда заходят только ученики МГИМО? Я надеюсь, что не только. Нет, только. Я честно, я потом поспрашиваю еще на других выступлениях, особенно в других городах. И узнаю, сколько действительно... Боже мой, у них сменился ректор. О, советы по рыбалке. Ваша мечта, Настя? Я хочу много зарабатывать. Я такой финансовый коучер. Так себе. Сейчас, зачем вы сюда пришли? Мы хотим узнать, как зарабатывать. Конечно. Сколько вы хотите много зарабатывать? Очень много. Но я уже начала двигаться в этом направлении. Я начала заниматься полдэнсом. Чем? Чем? Не, мне послышалось call dance, типа танец-звонок. Когда ты, как бы основная поза вот такая. Алло. Скажите, что вы сказали, что pole dance? Pole dance. Pole dance? Это на пилоне. На пилоне, это шест. Да. Да, это вы... Вы у меня поэтому мелочь. Вы вообще, вы так при своей женщине шутите, вы очень смелый человек. Или это не ваша женщина? Все бабки там, да? Чьи бабки там? Скажите, пожалуйста, вы серьезно пойдете в кубик вам-то танцевать будете на шесте, чтобы... Я был бы самый... Если бы я был стриптизером, я был бы самым отвратительным, такой, знаете, который выходит вот к шестой такой... Я бы прямо у него разминался. Харизма? Я вот сейчас подумал, не дай бог, вот стриптиз бы захотел станцевать для нее. Ёпарас это. Не, вообще, кошмар. Я посыплюсь. Я еще вот этот порядок одежды перепутаю, знаете, и в итоге я голый, но в футболке. Голые футболки. Самое несексуальное, что может быть. Голые и футболки. Скажите, пожалуйста, да, вот тут человек спрашивает, как это у вас так из МГИМО? Почему такие танцы? Не, на самом деле это не имеет никакого отношения к стриптизу. Конечно, нет! Конечно, нет! С чего мы взяли? Там шест, и тут снаряд. Замечательно, какие-то трюки умеете уже? Ну да, это... У вас молодой парень есть? Молодой, нет. Почему-то я скажу, именно молодой у вас нет, есть? Нет, я свободна. Вы свободны? Хорошо. А трюки умеете какие-то делать? Инстаграм? Да. Ты уже нашутил. Какой Инстаграм? Мой Инстаграм? Ну не его же. Нужен вам Инстаграм? Если да, давайте. Да, хотите, вам напишут в директ? Да, ну, вы же знаете, что вам напишут. Вы же знаете, что вам напишут. Я вы хотите проверить себя? Я пришла, может быть. Хорошо. Так, какой у вас Инстаграм? Анастасия. Анастасия? Нижнее подчеркивание. Мохито. 86. Мохито? Мохито. Со стриптизом. Мы же все это видели. Дамы и господа, добро пожаловать в розовый заяц. Итак, встречайте на сцене выпускница МГИМО Мохито. Слушайте, круто, круто. И вы под какую-то французскую, да, судя по всему? Спасибо вам большое, Настя, Диана. Ваши аплодисменты, это все вам.